Яркие тюльпаны на входе и комплимент для хорошего настроения. Атмосфера красоты, нежности и праздника окутала пространство Дворца дружбы народов губернаторский. По многолетней традиции в преддверии 8 марта зал наполняется представительницами прекрасного пола со всех уголков Ульяновской области. Встречают милых дам самыми теплыми пожеланиями. Счастья, добра, исключительно положительных эмоций и всего самого наилучшего в эти замечательные дни. Чтобы счастливый момент остался в памяти, в фойе второго этажа организовали фотозону. Софиты сегодня не понадобились. Все вокруг сияло от женского блеска глаз. Как отметили виновницы праздника, для них лучший подарок – внимание близких. Весеннее настроение, солнышко на улице. Отличные эмоции, завтра у нас праздник. Ожидаем чего-то такого теплого сейчас и домашнего, наверное, в концерте. Очень рада, что вот правнук у меня, и он меня пригласил сам. Я очень-очень рада. Ждем возвращения воинов домой. Это, наверное, сейчас самое актуальное пожелание для всех. Зал, вмещающий больше 1000 человек, заполнен до отказа. Первым на сцену вышел губернатор Алексей Русских. Вы лечите, учите, кормите. Ухаживаете за нами, мужчинами. А в нынешнее еще столь такое сложное, как сказал президент, рубежное время, вы еще и обеспечиваете надежные и крепкие тылы тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, те, кто реально совершает подвиги. Большое вам за это спасибо. Глава области отдельно отметил силу духа, стойкость и мудрость ульяновских женщин. Многие зрительниц проводили своих мужчин защищать родину. Портреты тех, кто так и не дождался своих героев обратно, украсили передвижную выставку. Главным сюрпризом торжества стало выступление пятикратного лауреата премии «Шансон года» Евгения Росс. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.